Всем привет, дорогие друзья, это канал Ранчо Санчо. Мне в комментариях часто, когда готовлю шашлык, пишут то, что шашлык это именно баранина, соль, перец, лук, ничего более. То есть настоящий классический шашлык. Друзья, я готовлю шашлыки разных маринадов, экспериментирую, пробую, добавляю что-то еще. Ну и все они по-своему вкусны. Но вы часто пишете то, что должен быть только классический шашлык. Поэтому сегодня я делаю классический, самый максимальный, по всем правилам, шашлык. А это будет мясо, нарезанное средним кубиком, ну или средним кусочком, с луком, перцем. Посолим мы именно на углях, как это и должно быть, так как вы мне пишете в комментариях. Поехали, нарезаем просто шею свиную. Выбирайте самые лакомые, самые хорошие кусочки и нарезайте на те кубики, которые вам нравятся. Они должны быть средние, мелкие. Мне не очень нравятся, большие могут не прожариться и покрыться угольком или прям корочкой такой зажаренной. Поэтому делаем средние кубики. Теперь берем лук и нарезаем полукольцами по стандарту. Друзья, спасибо большое, что вы пишете нам комментарии, ставите лайки, смотрите наши видео. Напишите в комментариях, какое вы хотите увидеть блюдо в моем исполнении. Я знаю, что вы хотите увидеть шашлык из баранины и из говядины. Запросы такие есть. И такое видео уже скоро выйдет. Может быть, еще какие-то блюда есть. Поэтому пишите нам в комментарии. И я, конечно же, постараюсь приготовить все, что вы попросите. А теперь к мясу большое количество лука жамкаем, чтобы побыстрее дало сок, и отправляем это все к мясу. Лука должно быть предостаточно, прям много. А теперь хорошо это поперчим. Перец берите желательно свежемолотый, это будет более ароматно. А теперь хорошо это жамкаем, можно сказать, прям вминаем в мясо лук и перец. Я оставлю мариноваться на 2 часа, так как говорится, хорошему мясу нужно мало времени, чтобы замариноваться. И кроме соли, перца, лука больше ему не надо. Ну а если же вы хотите оставить на более долгий срок, ничего страшного, вы мясо не испортите. Прошло 2 часа, и осталось дело за малым. Насадить и хорошечно это пожарить на углях. Друзья, как и говорится, мясу больше ничего не нужно, аромат восхитительный. Лук, мясо. Отчищаем от лука и начинаем насаживать на шампура. Друзья, теперь это возьмем и все отправляем на мангал и хорошечно прожариваем, вертим. Как только одна сторона подрумянится, я сразу же посолю, как в принципе вы мне все и советуете. И смотрите, на хорошем жаре они сразу же схватились. Можно уже чуть-чуть присолить. Запах свежего, хорошего мяса, пожаренного на углях, самый обалденный. Друзья, ну шашлычок у нас готов. Запах обалденный. Сока бежит, шашлыков полно. Значит, он вкусный, обалденный и ароматный. Давайте я попробую прям... Прям, знаете, как в детстве мы всегда делали, прям шампура. Друзья, ну классический шашлык, он на то и есть классический.
вкусный, прожаренный. Ничего лишнего нет. Я готовил уже очень много маринадов разных, по разным рецептам шашлык. Я могу что сказать? Классический, он и есть классический. Мне все шашлыки нравятся. Они все по-своему хороши. Поэтому, когда вы пишете и говорите, что шашлык только должен быть классическим, нет. Шашлык должен быть хорошо, вкусно пожаренное мясо на углях. А как вы его замаринуете? Это уже не столь важно. Это здесь все идет по вкусу. Кому как нравится. Друзья, ну а я с вами попрощаюсь. Наступила весна, пора шашлыков, поэтому готовьте и наслаждайтесь вкусным мясом на углях. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии. Ну а я побежал, до скорых встреч, пока, пора кушать.